сидишь, короче, такой загоняешься вокруг, непонятно, что происходит, и вообще неизвестно, что будет завтра. И такой грустный, короче, задумчивый, сидишь себе. Но значит, появляется одна шикарная идея, а вернее вопрос самому себе, конечно же. А почему бы мне не устроить дискотеку на ровном месте? И тут же сразу себе отвечаю, действительно, а почему бы нет? Исходя из данного предложения самому себе, начинаешь соображать, что тебе для этого нужно. Ну, в смысле мне. Так, поехали. В первую очередь нам нужен ноут, в который уже закачана классная драйвовая музыка. Ноут есть, мышка нужна, сумка не очень. К этому добавим диджейский контроллер. Ну и, конечно, какая же драйвовая музыка без колонок? А их у нас будет целых две. Фу, вот это я понимаю. Друзья, это Firefox 800 под артикулом 2026. То есть 160 ватт прямо на этом столе. Теперь убираем камеру подальше. Да, блин. Жалкое зрелище. Ну, это должно было бы так выглядеть, как будто я вот так вот руками сделал, и камера такая, фу, отдалилась от меня, короче. Вот и все. Объявляю диджейский стол открытым. Предлагаю пробежаться по всем комплектующим, чтобы вы не упустили ни одной детали. Ноутбук. Не забудьте зарядник. Контроллер. Провод соединения от контроллера к ноутбуку. Провода, ведущие к Firefox 800. Так как здесь AUX соединение, я использовал вот такой переходник. То есть у меня от контроллера идет провод вот на такой вот разветвитель, да? И от него уже идут провода на обе колонки. Для супер мощного эффекта хочу включить еще сюда дым-машину и несколько лазеров. Ну что, полетели! Какая лепота. Друзья, это прям реальная нереальная дискотека века. Я, короче, доделился до такой степени, то, что уже одну колонку посадил. Вот, вторая еще держится. Да-да, они, кстати, работали без проводов. Цел заряда хватает очень надолго. Также колонки работают и от сети, поэтому, чтобы неожиданно вечеринка не кончилась, рекомендую сразу же их подключить в розетку. С вами был Сева Микс и колонки от Эльтроник.